Прекрасный обзор состояния сегодняшнего парка Тайган сделала блогер Маруся Дома. Поражающие до глубины души условия существования животных, так сказать, в лучшем парке Европы. Условия, приближенные к диким, убогим и унылым, как лихие 90-е. Бедность не порок, к слову вспоминается дихлофос, как самое верное средство выведения опарышей из ран на львиной морде, и пустующая аптечка в веткабинете.